И достаточно часто бывает так, что мы утром сотворяем состояние. Ну, возможно, у кого-то из вас это уже встроенный навык. И весь день хочется провести максимально в соединенности с собой, в любви, в радости, в согласии, в ответственности, в принятии всего, что происходит, и ответственности за каждое событие в своей жизни. Но по факту лично у меня не всегда бывает так. И бывают какие-то вызовы, бывают какие-то ситуации, когда в моменте, несмотря на всю осознанность, какие-то части проявляются какими-то чувствами, какими-то мыслями, какими-то действиями. И вот вечером хочу вам предложить такую практику в каком-то смысле гигиену сознания, но сейчас пролью поток так, как у меня сегодня пришло для меня, веря в то, что всем, кто здесь, для чего-то это будет ценно. И сейчас просто закрывайте глазки и все свое внимание направляйте внутрь себя. И прямо сейчас все мое внимание, которое было вовне, которое смотрело на что-то моими глазами, слушало что-то внешнее, анализировало, думала или взвешивала, все свое внимание я перевожу вовнутрь и направляю его на тот воздух, который на вдохе входит в мое тело и медленно проникая внутрь, наполняет мои легкие. И уходит через выдох. И попробуйте ощутить сейчас, какой этот воздух. Скорее теплый или скорее прохладный. Прям почувствуйте его внутри себя, как легкий ветерок. А если какие-то мысли посещают вашу голову, просто отпускайте их, как дуновение, как перышки, которые касаются вас, но не застревают, не зависают, не провоцируют думать. И сделайте еще один глубокий вдох и выдох. И повторяйте за мной слова в своем темпе про себя. Я заявляю о своей свободной воле. И вымираю прямо сейчас ощутить реальность любви, согласия и благодарности о себе, Богу, матушке планете. И я вымираю увидеть этот день как ценнейший дар, дар жить эту жизнь той, какая она есть, в моей уникальной форме. И я умираю видеть совершенство в каждом, даже мимолетном событии сегодняшнего дня. А если сейчас мое состояние такое, что уровня энергии не хватает, увидеть это совершенство, увидеть любовь, которая стоит за каждым мгновением моего дня, я умираю просто верить, что оно есть. И сейчас с предельной честностью я готов увидеть все программы и все частички меня, которые, возможно, поднимались сегодня, а значит, все еще живут во мне.
Возможно, это была программа ограниченности вместо изобилия. Или оценок осуждения вместо тотального принятия и согласия. Или обвинения и претензий вместо ответственности за сотворение своей реальности. А может, раздражение или обид вместо безусловной любви. И сейчас своей свободой воли я соглашаюсь с каждой из них. При этом выбираю видеть, верить и чувствовать, что это не есть я. Я больше, чем любая из этих частей и все вместе. Я тот, кто прямо сейчас делает шаг в сторону и вверх и наблюдает совершенно любые чувства и проявления, живущие в моем сознании. И при этом прямо сейчас мне уже доступно ощутить себя чистым светом, любовью, силой истины, детем Бога. В силу своей божественной природы и моего выбора веры и любви к Богу живому, Господу нашему Иисусу Христу. И желанием, горячим желанием быть его частичкой, клеточкой на теле целого. И прямо сейчас я востребую и возвращаю всю свою энергию, все частички своей души, все свое внимание из каждого взаимодействия в сегодняшнем дне, из каждого диалога, из каждой встречи, из каждой ситуации, из каждой прочитанной строчки и услышанного в эфире. А всех существ во мне, которые проявлялись сегодня разными программами, чувствами, мыслями, действиями. Всех, кто готов открыть собственный источник внутри себя, как проекцию единого источника жизни Бога. Я приглашаю стать частью целого и присоединиться к моей большой игре. А тех, кто по какой-то причине не готов играть в единстве целостных, я отправляю питаться к их источникам и к их хозяевам. И прямо сейчас, Дух мой, Дух наш единый, прошу Тебя, восстанови мое единство и целостность с вновь возвращенными частичками. Согласуй их с потоком жизни во мне, с любовью безусловной, с принятием безоценочным. И да будет так, и уже свершилось. Во имя того, что я есть тот, кто я есть. Я есть то, что я есть. Мы есть те, кто мы есть. И мы есть то, что мы есть. И мы есть одно. Мы есть любовь, единство и сила. Аминь. И сейчас по готовности возвращайтесь в то место, где вы находитесь. И постепенно открывайте глазки. И пусть это состояние тотального согласия, принятия и целостности со всем, что сегодня проявлялось в вами, в вашей реальности, в вашем дне, сопровождает вас до самого позднего вечера, до вашего сна и в завтрашнем дне станет тем, что начнет ваш день. Обнимаю каждого, благодарю за ваше присутствие, за эту емкость. Не буду включать сейчас звук, не хочется замалтывать. Пусть это останется в записи, возможно, кому-то еще это будет сегодня так же ценно, как было мне. Благодарю.